Ребятушки, всем привет! Вы на канале Сачук ТВ. Стажер вон раскладывает сумки. Вот, там мы курятины купили. Там мы все затарили. Получили Вольву. Вольву относительно не беды. В полярах. Сиденья Алькантара все ворочается, крутится. Вот, дали нам загрузку. Уже в 3 утра будем стартовать на Ригу, на Латвию. Не лазит, да? Не придумаешь ты ничего. Вот. Сейчас разберем сумки. Съездим еще в магазин, посмотрим, останется место в холодильнике, нет, что-нибудь докупим. По мелочи. И отгоним машину на стоянку свою легковую. И пойдем в хостел, помоемся. И будем ночью стартовать на Латвию. В 7 утра у нас загрузка, сказали, срочная какая-то. Вот. Такие вот дела. Ребята, приехали мы на паром. У нас паром ДФДС, но он какой-то королевский. Реально очень здоровый. Новенькие каюты. Сейчас мы будем на Швецию отправляться. И со Швеции поедем на Данию на выгрузку. Вот. Не спали уже больше суток, потому что вчера рано утром проснулись. Потом, пока водитель приехал, машину нам сказал, что будет, ну, пересдавать. Ну, менеджер говорит, пересдайтесь там на улице. О, вертолетная площадка, это же есть, видишь. Менеджер говорит, пересдайтесь на улице. Пока приняли машину, начали раскладывать продукты. Он звонит, говорит, что может вы поедете там в рейс, ну, сегодня есть там задание. Мы что-то так подумали, а что там терять время? Говорим, да, поедем. Говорит, ну отлично, стартанете там в 2-3 ночи. Ну, мы посчитали, что надо в час выезжать. Вот выехали, не уснули вечером, пока машину приняли, продукты разложили, поубирали. Не уснули. Сейчас, короче, ехали, мучились просто. Ад. Ну, сейчас паромчик. Покушаем, помоемся, отдохнем. Вот. Алена прокатилась вчера ночью. Пару часиков. Все, едем, съехали с парома. Едем уже по Швеции. На Данию. Погодка класс. Не то, что у нас дожди. Стажер за рулем. Серьезный вид. Катим. Едем по мосту Мальма на Данию. Море. Красота. А сколько там градусов на улице? 10. А было 12. Солнышко. Алена уже проехала 1:30, еще километров 150 проедет, меняемся. Красиво. Всем доброе утро. Выгрузились мы, загрузились, отстояли суточные и сейчас едем на Испанию. Заехали в Германию, ехали всю ночь. Через 4 часа у нас заканчивается смена, будем становиться на паузу. Сейчас зайдем в магазин в Гамбурге, купим продуктов. Ребят, всем привет, находимся мы в Мадриде. Едем на выгрузку. Куда мы едем? В какой город? Я забыл. Я не помню. Забыл, куда едем. Короче, едем к морю. Вот. Сегодня уже третью смену едем.
зарабатываем все по максимуму. С Норвегии выехали. В Малагу едем. Вот вспомнил, куда мы едем. В Малагу. Сейчас приезжаем в Мадрид. Погода, конечно, испортилась. Здесь думали погреемся на солнышке. На море, может, попадем. Но не тут-то было. Так. А тебе, Алена, нравится Испания? Еще не знаю. Мне очень нравится, я бы хотел бы здесь жить. Ну не здесь, не в Мадриде, а где-нибудь у моря. Я не люблю мегаполисы. Я люблю спокойные места, где нет машин. Такой поток. Это, ребята, последний ролик наш, пока не соберутся на канале 1000 человек, подписчиков. Снимаем, снимаем, просматривают, просматривают, никто не подписывается. Для кого это делать, непонятно. Так что пока не будет 1000, больше снимать не будем. Последний наш ролик. Все, снимаю город. Поменялись мы, сейчас Алена едет, уже 2 часа, еще 2 часа проедет и поменяемся опять. Хотели ехать на лесной паркинг, ну там заправка, кафе тоже есть, а потом нашли возле разгрузки паркинг прямо в городе, прямо на море, прямо возле торговых центров. Пойдем сегодня по магазинам походим. Что, ребята, встали мы на 45-ку во Франции, на паркинге. Паркинг крутой. Что там показали? Есть питаться можно по 7,5 евро, грубо говоря. Велосипеды берете бесплатно на прокат. От паркинга оставляется ключ от машины, залог. Я вам сказал, сколько, 20 километров, да, на велике прокатиться до моря. 20 километров до моря. Сейчас мы пойдем в ресторан, покушаем. Душ, стиральная машина, тренажерный зал, Wi-Fi. Все бесплатно. Все для вас. Все, загрузились мы в Испании на Швецию. Сейчас будем стоять здесь 45-ку. И полетим потом, наверное, на Швецию. Погодка 20 чем-то градусов. Так, пришли мы в ресторанчик, заказали покушать. Это вот ребра. Это у тебя картошка или что это? Картошка и стейк из тунца дали нам. Это майонез, наверное, или что? Майонез и кетчуп, наверное, еще. Вот, как-то так, булочки. Еще попить. Ну, таких ребер, конечно, я не видел. Это все в районе, два блюда в районе 20 евро. Что, ребятушки, всем привет! Вернулись мы уже с Испании, едем в Швецию. Там у нас, скорее всего, будет загрузочка обратно на Испанию. Погодка класс, постояли, отдохнули, походили по магазинам, погуляли. Алене понравилась Испания, она теперь хочет постоянно в Испанию. А, цены в Испании, говорит, понравились. Вот. Так что будем завершать наш выпуск. Ждем на канале 1000 подписчиков и потом продолжим снимать дальше. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии.